Раз уж мы примерно наметили наши цели, тогда я пойду. А к вечеру я поговорю с Эрханом и сообщу вам. Конечно, будем ждать. Я тоже выхожу, хотите, вас подброшу. Не хочу нагружать. Ну что вы, возьму ключи от машины и приду. Конечно, не останетесь в отеле. Вечером ждем у нас. И сауну мы включили. Я не в отель, встречусь с одной подругой. Увидимся к вечеру. Да, удачи, госпожа Резан. Вечером скажешь, что у папы другой подарок на свадьбу. Тупоголовая. Ты зачем говоришь, что из чего потом приходится выкручиваться? Да ладно, ладно. Надеюсь, примерно столько денег я тоже получу. Если это дело испортишь, ты от меня ничего не получишь. Спасибо, дорогой Джунейд. Да не за что. Как закончите, позвоните, вас заберут. Да не нужно. Займитесь делами. Увидимся к вечеру. Увидимся. Прости, паренек. Здравствуй, дорогая. Наконец могли вы соединиться, красавица. Почему мы встретились здесь? Для этого. Больше не смог выдержать просто. Дорогая, хотел отдать тебе в том месте, где я впервые тебя увидел. Не могу в это поверить. Да, мы ведь впервые с тобой здесь познакомились. Что ты за человек такой? На 10 дней пропал из виду. А потом... пришел с этим. И нет смысла продолжать ждать. Стань моей женой.